Сегодня так хорошо, тепло. Снежок идет. Крупными такими хлопьями. Мы с Ильей приехали за Михалычем, что-то он долго собирается. А план такой. Хочу снять красивое слоумо с падающим снегом и бегущим Олегом. Думаю, будет красиво. Михалыч на подходе, вижу его в зеркало. Олег тоже заметил. Сейчас собаку увидит, нет? Увидел, кажется. Не, мы его тоже. Ага. Встретились взглядами. Ваф-ваф. Съехали с дороги. Непонятно зачем, но здесь в поле чистил трактор. Вот колея трактора. Все, понял. Просто вон там вдалеке сооружение огороженное, что-то связанное с газом. Видимо, здесь магистраль проходит. И к ней проезд или проход даже, наверное, и расчищали. Грызет сломленную сосенку, чистит зубы. Давно он этого не делал. В полях сейчас снежище. И мы редко куда выезжаем. По сугробам бегать не кайф. Как вкусно ему. По снегу бегать неудобно. Ходить-то неудобно, не говоря уж про бегать. Вроде как бы снег немного и подхряс, потому что он укатан. Но и проваливается еще. Нашел все-таки. Старый бобр. Нашел себе корягу в снегах. Давно зубки не чистили. Об дерево. Услышал, что Михалыч деревяшками хрустит. Бросил свою корягу. Время пить чай с печеньками. Будем возвращаться. О, молодец. Пить захотел. Пол миски вылокал. Иди сюда. Иди ко мне, пёс. Иди сюда. Кресло далековато стоит. Ну все, чаек поставил. Олег уже кушает печеньки. Мы с Михалычем тоже сейчас приобщимся к трапезе. Спасибо, что смотрите, друзья. Всего вам доброго. Будьте здоровы.